Обратите внимание на игровую гарнитуру RIG 500 HEC для ПК и консолей от всемирно известной компании Plantronics. Звук высокой четкости, мощные динамики диаметром 50 мм и код активации Dolby Atmos полностью погрузят в мир игры. Легкая конструкция и амбушюры из ткани эко-кожи сделают игровые сессии невероятно комфортными, а регулятор RIG для беспроводных игровых контроллеров позволит легко настроить общий уровень громкости, не отвлекаясь от игры. Подробности будут по ссылочке в описании. Друзья, завершил запись ролика на моей основе. Думаю, ну, открою сундук золотой. И оттуда дропается легендарка. Ну как не заснять на видос это? Ну, просто я не смотрел, какая легендарка будет. Поэтому сейчас вместе с вами посмотрю. Просто какая-то удача. Я хочу с вами поделиться этой удачей. А вы взамен поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы вам тоже так падали леги с бесплатных сундуков. Ну, давайте посмотрим, какая же легендарочка тут приготовилась для меня. И плиз, оу, да, 15 карт из 20, мега рыцарь, еще 5 карт. Ну, чтобы видосик и не был 40 секунд, предлагаю сделать какие-то классные онлайн каточки в глобале. Я хоть вот недавно делал их, только вот надо какую-то колоду подобрать, я вот не знаю с какой вот декой и вот играть, и все оно у меня уже одинаковое. Давайте посмотрим в TV Royale. Вот меня часто спрашиваете, Холдик, подскажи колоду для такой-то арены. Холдик, подскажи колоду там с Хогом. Подскажи колоду с Големом. Вот, смотрите, лайфхак, как составить колоду. Заходите в TV Royale, нажимаете 12-я арена и смотрите ранг, чтобы был по-любому какой-то ранг. И вот так вот листаете, какая вам колода так приглянется. С радостью ее берите и тащите. Я вот сейчас поищу что-нибудь подходящее, может быть, найду. Вот так вот, смотрите, сейчас. Тут так много интересных колод подбирается, что иногда просто... Вот, кстати, та колода, которую сегодня я показывал, вот с зеркалом какие-то деки. Ну, смотрите, самое главное, чтобы был ранг. Я уже вторую деку с големом и молнией вот наблюдаю. Слушайте, прям уж больно эта колода приелась мне в глаза. Давайте ее попробуем. Вот смотрите, уже третья колода в TV Royale. Давайте посмотрим, что это за дека. Я ведь големовод, да, то есть я играю с големом. Давайте попробуем, что тут за голем-то такой. Окей. Ну что ж, ставим голема, да? Ну, в принципе, у нас дешевая колода, думаю, что можно его поставить. Хог, давай Хога. Валькирия, кладбище. Я думаю, что задефать мы в силах. Задефать мы в силах вот таким вот образом. Конечно, урон тоже такой неплохой получился, но тем не менее. Так, тут у нас дракон. Так. Ну, на самом деле, сейчас сильно так проатаковать не получится. Я думаю, что это на двойном эликсире у нас будет, да, так происходить. О, кстати, голем взорвался возле башни. Отличный урон. Блин, я так давно не играл с големом. Честно говоря, соскучился немножко по нему. Так. Блин, сдохни. Сдохни. Все, закидываем, смотрите, дровосека. Так, дровосек. Давай. Ага. Спасибо. За что? За что спасибо, блин? Что я такого сделал? Ты уже, блин, угрожаешь мне, капец. Я не люблю, когда говорят спасибо. Ага, все, понял. Так, ну что ж. Мне кажется, там фриз, да, последняя карта? А может и не фриз. Хз. Так, тут ставим голема. Ставим голема. Так, вперед. Плохо, что у него варвары. Молния моя тут меня не спасет. Ну, ничего. Давай варваров, я тут мегамуху кину. Так, замечательно. Голем будет сейчас дохерища урона наносить. Варваров я, в принципе, отвлек. И их не так много, кстати, он нормально, да? Да там сейчас минус вышка может быть. Смотрите, голем, поскольку голем сносит? Я, кстати, никогда не... По 400 хп за тычку. Я сколько играю с големами, до сих пор этого не знаю. Обалдеть. Так, сейчас будет контратака с кладбищем. Но мне кажется, что там последняя карта фриз. И мне нечем контрить. Нет, это вообще... Это вообще непонятное что-то. Хок с кладбищем. Вы такое видели когда-нибудь? Не, ну, я не знаю. Смотря на каких кубках, конечно. Я-то, ну, разные встречал. Ну, прям, что вот так вот на высоких трофеях. Первый раз. Ладно. Так, красиво сейчас скидаем бревнышко. Бревнышко красиво закидываем. Тут у нас ставим голема. Зачем-то он выбросил огненных духов. Непонятно. Так, ну ладно. Нам, в принципе, что самое главное? Чтобы вышку не потерять, да? Блин, а что такое? Я не понимаю, что происходит. Давайте попробуем, короче. Пушить. 20 секунд осталось. Лол! Так, тихо. Тихо. Хогушка, отлично, успел. Варварская бочка.
И... Да ёб, принцесса-то сколько? Остановись. Все, отлично. Победа. Замечательно. Отличная игра. Блин, под конец уже думал, что Габелла. Слушайте, ну, хоть 5200 апа. Ну, 5200 я не знаю, блин, может сегодня на стриме проапать, или завтра, или сегодня, не знаю. Хотите сегодня стрим по Clash Royale? Давайте посмотрим, насколько сильно хотите стрим. Просто я не знаю, может сегодня выходной взять себе, а может и постримить. Короче, давайте, если соберем 5000 лайков, это 5 раз по 1000. Вот, 5000 лайков если соберем, я сегодня постримлю основу, может быть проапаем какие-то интересные кубки, ну, в плане там топа местного. Вот, если не хотите, можете лайки не ставить, посмотрим, сколько у вас там. Так, ну давайте, Хога активируем главную вышку, так, что-то бред, да, какой-то получился, ну ладно. Не, ну, в принципе, я задефал неплохо, почему бред? Но что-то я вот нифига не понял. Ну, я цикл прокручивал, да, в принципе, собственно, о чем мне тут понимать-то? Значит, что? У нас молния, у него Тесла. Нормально? Нормально. Она, в принципе, убивается. Нам там только мини-пека, да, угрожает, и Тесла угрожает. Все, в принципе, вообще изи-пизи должно быть. Но если он, конечно, не будет мини-пеку ставить прям на голема, чтобы я мог и на этого, и на того, и на сего, и на... Ну, короче, вы поняли. Блин, не люблю, когда застаивается эликсир. Я не знаю, что по циклу, что подкидывать, блин. Дракона давайте сливать. Сливаем дракона, лол. Так, блин, хочется поставить голема, но сейчас не самый подходящий момент. Потому что сразу же может пойти там хок. Так, окей. Окей, так, хорошо. Мега миньон. И, наверное, торнадо. Я не хочу пропускать урон, вообще никакой не хочу. Все, 6 секунд. Сейчас ставлю голема. Или сейчас не ставить голема. Не, опять же, не самый подходящий момент. Хотя посмотрим. Блин, нет, нельзя сейчас голема ставить. Абсолютно неподходящий момент. Фаербол, окей. Так, тихо. Ставим голема. 40 секунд. Ну, вот мне сейчас за этот заход надо срочно снести его вышку. Тупо за этот заход. Так, молния достает, все прекрасно. Так, тут у нас так. Так, тут бревно. Ну, вы поняли, да? Так, здесь у нас молния. Так, хорошо. И закидываем все, просрал. Одна ошибочка, да? Одна ошибочка и Габелла. Давайте торнадо используем и закидываем еще вот варварскую бочку. Не, дровосек. Даже дровосек выжил. Ну все, отличная игра. Сломали личика. С Теслы немножечко не угадал. Если бы он поставил на клеточку ближе, вот, то я бы, конечно, может быть, вышку и не забрал бы. А что по рекорду? Рекорд 5800. Вот такие дела. Ну что ж, давайте последнюю, традиционную, третью каточку. Надеюсь, ну, с големом видите, да, с големом у меня никаких, собственно, проблем нет. Я с ним, конечно, тоже проигрываю, но играю с ним лучше всего, вот. Какие бы деки я ни брал, голем это вот как-то вот, ну, мне родное, ближе всего. Вот, хотя иногда тоже с големом я... В разных ситуациях путаюсь, и хер его знает, что куда выбрасывать. Так, ой, вот против трех мушки это вот. Тем более у меня молния, это все, это GG. Ну, то есть, вы же понимаете, что таран будет забирать весь урон от молнии. Ну, может это... А, нет, это голем, скорее всего. Таранчик. А, да, я спас жизнь вышки. Или, бля, просто все равно придется сливать варварскую бочку. Что так много урона там в начале поединка? Ой, бля, все, просто жесть. Это пека. Валькирия, пека. Это контра. Голем мой не сагрится на хижину, если я вот так вот его поставлю. Наверное, не должен. Поэтому я забиваю. Может, это кладбище, кстати? Нет, это пека. Ну, ладно. Я даже без понятия, чем сейчас пеке наносить урон. Давайте, я не знаю, мега-муху. И готовим молнию. Скорее всего, даже пека с тремя мушкетами. А может и нет. Блин, лучниц нечем законтрить. Так.
Ну, в принципе... Да не, это поражение 100%. 100%. Вы посмотрите на мою левую башню. Там абсолютно от нее ничего не осталось. Так, ну давайте попробуем как-то задефаться все-таки. Блин, попытка не пытка. Так, ну эту вышку мы задефали. Но как я буду, блин, вообще проходить через всю его армию вот эту? Давайте попробуем на лоха сейчас. Не знаю, чем он будет дефаться. Пека. Оба, смотрите, какой заход! Да ну нах! Да ну нах, камбэк, пацаны, камбэчим! Отличная игра. Я не ожидал, что так сейчас будет все. Все, ставим голема. Я не проиграю. Я не должен... Ну, хотя, блин, хер знает. Посмотрим. Рано еще делать выводы. 1660 хп остается у меня на вышке. Значит, у него поизон, да? Из заклинаний. Хорошо. Здесь ледяной колдун. Блин, прям поизон на колдуна. Обидно. Так, здесь... Ну, короче, сейчас дефаемся тупо. Сейчас тупо дефаемся. Так, тут у нас дровосек. Дровосек, ему остался один поизон. Так, здесь ставим голема быстро. Так, с помощью торнадо всех стягиваем в одну точечку. Так, замечательно, варварская бочка пошла. Дровосек сейчас там нормально раздаст урона, его никто не дефает. И это обманчиво, обманчиво, короче. А, бля, я случайно подкинул, ладно. Забейте, нормально, под рейджем. Давай, дракон, давай. И дровосек под рейджем, да ну нах, я затащил. Нет, подождите, я еще не затащил. Все, пау. Ну вот, с големом меня не проведешь. Ну повезло на самом деле. Я не выделываюсь, мне повезло. Осталось 34 кубка. Вот, и я буду на 5200. Ну это я, наверное, сделаю на стримчанском. Ребят, ну классные каточки. Надеюсь, лайкосик поставите. Плюс еще выбил легу, спасибо Илки за рандом. Спасибо за удачу, спасибо вам всем. Блин, хотел сегодня еще ролик на Хабибе. Но не знаю, стоит сегодня выпускать или нет. Опять же, пойму по лайкам. Спасибо, скоро увидимся. Пока.